Приветствую вас, друзья, на канал BB Play. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки под названием Surviving the Aftermath. Пятое обновление The Sanctuary. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, сегодня мы будем заниматься промышленной добычей. Как вы уже можете видеть, мы ее изучили довольно-таки полностью, да? У нас производство по максимуму открыто. Так что сегодня будем заниматься промышленностью, друзья, чтобы добывать все в промышленных масштабах. Начнем мы, как обычно, друзья, с пластмасски. Но перед тем, как мы это сделаем, у нас есть маленькие изменения. Мы построили пару домиков, построили большие поля. Видите, большое поле, второе, первое, третье. Я перешел на большие поля. У нас сейчас нехватка людей, как обычно. Я отсюда уже забрал человечка, потому что у нас вроде бы довольно-таки достаточно деталей. Плюс мы хорошо поторговали. И плюс мы довольно-таки неплохо собрали опыта, то бишь научных очков. Итак, ну что ж, тогда начнем сразу же к делу, друзья, к делу. Ой, Химка, мне надо, подожди, да где мои вообще эти, блядь, станции? Здесь они. Первый у нас экстрактор пластика. Конечно, я хотел бы их здесь ставить, но другого выбора, друзья, нет. Нам надо ставить его сюда. Но единственное, можно начик поставить так, чтобы более-менее можно было что-нибудь еще забубенить сюда, например, вот сюда так как-то. Подожди, а что так? Не получается, да? Надо только довести сюда вот так. Поставим. Отлично. Пусть добывает пластик с этой точки. Так, с электричеством у нас пока что все достаточно. Мы должны полностью обеспечить их... Да, полностью получено 14, да-да. Три экскаватора мы сейчас до данной стадии поставим. Тут, видите, у нас металл добывается, будет добываться, вернее. Так, где у нас включаем вторую скорость, чтобы это все происходило в достаточно хорошем темпе. Экстрактор металла. Тоже будем пытаться ставить его так, чтобы можно было что-то еще забубенить сюда. Но, смотрю, ничего не получится. По крайней мере, в этой части. Единственное, можем... Нет, сюда лучше закроем вот так. Да, лучше вот так сделаем. Вот. Отлично, вот так. Вот так, здесь металл. Ну и бетон у нас здесь тоже был здесь рядом. Если не ошибаюсь, где-то рядом был бетон. Вот, нет, металл. А где бетон у нас? А где наш бетон? Мне казалось, что бетон тоже где-то откопал. Или не откопал. А вот бетон. Вот бетон у нас здесь. Ну и ставим бетон. У нас будет, конечно, опять же, дефициты с работниками. Но это как обычно. Так, значит, это мы будем ставить, знаешь, друзья, ставить, чтобы... Дорога проходила, потому что мы потом почистим. Сейчас, подожди, друзья, сейчас посмотрим, как мы можем дорогу протащить. Дорога, грунтовая дорога. Ясно, мы не можем сюда так. Вот так, 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 так. Отсюда. Вот так пойдет дорога. Потом, когда мы зачистим эту территорию, мы сейчас поставим еще, построим мы, конечно, который будет убирать это все, эту гадость, которая у нас здесь ядерная валяется. Это у нас так, электрактор бетона. И его ставим вот сюда, и все. По идее, у нас должно хватить полностью всего электричества на все. Так, смотрим. Так, хорошо, пока у нас тут люди вот пошли. Сейчас по карте побегаем. Чуть-чуть откалы карту, пару новых. А, не, ничего, никаких новых друзей не открыл. Так, куда ты шел вообще, дружище? Куда ты шел? Ты шел куда? Не помню, куда ты шел. Ну, ты куда-то и шел явно. Ну, надо открывать будешь карту. Так, что у тебя здесь? Ты, женщина, куда и шла? А, ты шла драться. Хорошо, иди бей. Ты у нас направлялась куда? Ну, надо будешь открывать. Я что-то, кажется, уже не помню, что я... Я что-то планировал, что ты... А, за машиной. Машину мы отсылаем сюда, чтобы у нас было мощное передвижение по этой карте. Так, где чувак? Так, ты уже все залутал, да? А, да, Dead Creek мы открыли, да, друзья. Одно поселение мы открыли. А ты здесь смотри, зачекай, что здесь у нас есть. Ясно, лекарство. Окей, хорошо, ладно. И заодно мы еще пережили, конечно, одну катастрофу. Кстати, по счет статистики, друзья, посмотрим по статистике. У нас, да, видите, как вы видите, чтобы видели, дней прожито 53, всего смертей 0, катастроф прожито 5, всего пришли групп 9, оставшихся группы 9. У нас еще все живы. Так, что здесь? Опа.
У ворот вашей колонии со скрежетом становится красный фургончик. Мужчина немедленно вылезает из него. Залезайте на крышу фургона и громко голосно говорит: «Внимание, внимание, Дэнни и фургон загадок снова здесь. С новыми загадками хотите узнать, что внутри? Это крошечное пожертвование вы сможете сделать на любые попытки разузнать подобное. Что же такое призвать фургон? Нужно...» Так, а тут эти ресурсы? 6 металла? Да, конечно, давайте. Морковку. Колонист один и одна морковка. Замечательно. Колонисты нам нужны, это нам нужно. Так, у нас сейчас получается 4 колониста, да? А что, уже где-то у нас построила какая-то... Это? А нет, вот все строится. Все строится. Так, здесь строится, здесь строится. Так, значит, мы что-то еще сможем сюда еще засунуть. Так, значит, об этом говоря, можем, значит, друзья, построить. Нам надо построить. Где у нас гараж? Нам нужно будет, конечно, построить тоже, но в первую очередь нам экологическую станцию надо построить. И вот еще не нравится, что это у нас получается. Как-то не получается. А куда можем тебя засунуть, дружище? Ну, тогда и сюда только тебя могу засунуть, да? Ну, хорошо. А нет, не хочу сейчас сюда. Потому что у нас получается, нам надо будет куда-то ставить... хранилище. Ну, единственный вариант тогда... Куда-то его в отдельно утащить. Кстати говоря, может сюда куда-то забубенить тебя, а? Нет, тут не получится, да? Ах ты ж жопа. А сюда? Тоже не получится. Окей. Ладно, пока там это строится, мы сейчас это поставим куда-нибудь, не знаю. Кстати, давайте, знаете что, друзья? Так, у нас дорога идет, подожди, сейчас, секунду, мы сейчас проверим дорогу. Дорогу. Отлично. Ну и сейчас поставим нашу экологическую станцию. Сюда. Пусть она работает далеко от этого всего. И нам надо хранилище, кстати, это тоже сразу подставить, чтобы у нас было куда хранить ядерные отходы. Поставим одно хранилище сюда и одно хранилище сюда. Вот так. Так, это пусть сейчас пока что на паузе постоит. Пусть не закончит сначала с добычей тех ресурсов, которых нам нужны. Так, что здесь у нас нету? Перемести активную зону. Ну, перемести активную зону, например, сюда. Вот здесь достаточно много ресурсиков. Так, экстрактор завершено. Все, добывается пластмасска у нас, да. Все отлично. Два человека. Так, у нас получается сколько? 12 энергии. У нас 44 энергии. Здесь тоже экстрактор работает. Две ячейки. У нас людей просто пока что нету. Сейчас это тоже закончится. Это уже, значит, можно врубать. Пусть это тоже здесь действует. Остановлено активно. А это... Ну, кстати, вообще можно все построить, чтобы работало. И, кстати... Надо, знаете что, друзья, нам построить? Нам надо построить пару домиков. А домиков не простых, а вот комфортных жилищ. Комфортное жилище, да? У нас, походу, нет, у нас еще нету. Значит, этим займемся сейчас. То бишь, этим исследованием и займемся, чтобы улучшить наше состояние по поводу колонистов, да? То, что у нас сейчас довольно-таки плохо. Ну, не хватает нам. То, значит, идем мы в производство, не исследование, не колония. Память. И идет куда нам? Где наши дома? Медпункт, стеллажи, управление гневом, роскошное, комфортное жилье. Блин, ну найдем через медпункт. Потом идем... Чистота. Блин, ну туда это ну, нужно, блин. Чистота. Ну и потом комфортное жилье. Ну это уже будет, наверное, в дальнейшем. Посмотрим, как получится у нас. Я надеюсь, скоро должно, по идее, по скрипту должно подработать. Должны прийти к нам какие-то новые поселенцы. Давайте сейчас займемся этим делом сначала. Отошлем машинку на Валентайн. Это так. Дружище, ты провери это. Так, бандюганы. А ты тут их бей. Окей. Бетон. Ну ладно, бетон тоже неплохо. Ты проверяй здесь. Ясно. А ты проверяй вот это. Опаньки. У нас еще есть очки исследования. Отлично. Так, с едой у нас сейчас не должно быть проблем. У нас есть рыба, у нас есть картошечка уже, подозревает, уже выращивается. Да, у нас уже есть и кукуруза. Хорошо выращивается. Так, смотрю, даже переработали текстурки, да? Да, более как-то естественно выглядит это все дело. Ну, подсолнухи здесь такие еще, знаешь. Ну ладно, что-то захотели, блин, прям еще сразу, чтобы было все просто
Бомбезно. Так, у нас еще 32 энергии остались, да? Это у нас, потому что не работает, это тоже будет 3 12, то бишь получается 20 энергии у нас еще есть. Хорошо, это неплохо. Карта мира готова уже, что, блин, так быстро. Следующее, что нам будет построить, да, сейчас, пока как они построят этот экскаваторскую, не экскаваторскую, это который, энергия, которая там чистит это все, загрязнение. Мы построим гараж. По крайней мере, хоть один. О, омикрон, одна из самых технологических и предыдущих обычных мира, переживающих в конце света, стремится сохранить для будущего поколения знания, которые без них были бы утрачены. Хотя слухи, что у них есть гигантские подземные убежища, но никто не знает, что у них скрыто. Обычно местные не интересуются чужаками, но лучше их не злить. Торговля. У нас есть три торговли, а что не торгуют? Они конденсаторами торгуют, очками достигают... Опа, семена капусты, семена сои. Ай-яй-яй. Нам надо и это. Блин, 600 очков, и это. И вот это 1210, ну ты жопа. Мы давайте что-то продадим им, да? Чтобы не так много им платить, блин. Не хочу так много им платить. Что с пластика очень много. Сколько у нас? Давай, 120. 130. Подтвердить. Все. Нормально. Отлично. Alright. Окей-доки. Хорошо, инфекция, ну это ладно, это мы с ним справимся. Усталость минус 3, инфекция минус 1. Так, у нас все, промышленность работает, это все отлично, стоимое производство начато. Здесь у нас все приносит. Сколько это жрет, кстати говоря, я не помню, сколько это забирает электроэнергии. Блин. Но я думаю, что не будет больше 20. Это явно, так много он не будет брать. Из-за того, что у нас сейчас людей не хватает. Это плохо. Значит, что можем сделать, друзья? Сейчас у нас есть где-то лесопилка, да? Дом зерловый, ладно, это нам нужно. Дрова нам тоже нужны. Пилорама. Дом лесничего, но это можно пока что закрыть. Нам это не нужно. Сейчас пусть это, по крайней мере, тут носится. Чинит все это дело, крафтит, и все будет чики-пуки. Так, хорошо. Источник, ага, я... Хорошо, хорошо. 17 бетона еще притащите. 3 бетона, пожалуйста. Будьте любезны. Так, кукуруза сейчас уже созреет у нас. Хорошо. Так. Так что да, поначалу, друзья, конечно, не старайтесь строить по там целую кучу этих вот экстракторов. Вам по одному полностью хватит. Смотрите по вашим размахам, что вы хотите построить и как вы хотите построить, и сколько вы хотите строить, или, может быть, хотите торговать, например, или что-то вроде этого. Потому что смысла строить целую кучу экстракторов не имеет смысла. То, что вы столько не используете продукции, сколько вы, например, там построите, блин, 20, это 3-4 экстрактора, слишком много, типа каждого, да, не нужно так много, вам достаточно будет одного пока что, а если вам надо будет в дальнейшем, конечно, улучшать свое производство, ну, тогда там, конечно, можно чуть-чуть, как говорится, увеличить добычу того или иного ресурса, но уже исходя из того, что вам надо и чего вам больше всего необходимо в данной ситуации. Так, ты собирай это. Ты сюда. Ну, ты иди сюда. Машина у нас сейчас там тусуется, строится. Хорошо, пусть она идет, тусуется, занимается делами. Так, это, блин, будет первым очень построено. Интересно. Я надеюсь, конечно, разрабы в будущем поработают над приоритетом, да, потому что, ну, все равно, пока что еще... О, смотри. Сразу пошел строить. Я поставил приоритет. Интересно. Очень интересно. Ну хорошо, допустим. Это радует. Вот это вот тоже, это лишнее. Это, вот это лишний вот этот звук, который дает там нам сколько счастлив, сколько несчастлив. Ну вот зачем это? Не надо. Это чисто бессмысленная озвучка. Ты уже по цифрам видишь, что тебе хорошо, что тебе нехорошо. Вот и все. А этот каждый раз там тин-тин-тин, как будто кажется, что у тебя, блин, месседжи строкает. Вообще без стыджи. Но я думаю, что они это, от этого избавятся. И, конечно, это мы тоже можем отключить. Но просто я не знаю, зачем это такую вещь вообще ввели в игру. Не знаю. Ну ладно. Не буду я осуждать эту план. Это, может быть, кому-то это прикольно, то, что он слышит, что там всякое тинь-тинь на него играется. Вот.
Так, хорошо. С добычей мы сейчас разобрались, что бишь у нас сейчас должно быть все хорошо, все должно быть отлично. Инструменты делаются, все это хорошо. Но нам надо еще позаботиться. Ну, ты говоришь то, что сейчас нам камень преткновения, это у нас люди, у нас нету людей, чтобы обеспечить всем необходимым. Ну, типа, чтобы в рабочих местах я могу создать кучу, но некому там работать. Так, это, а что ты там еще? Так, здесь еще, так, хорошо, пока мы тут не тратим ни минутки, то как только медпункт исследован, так, хорошо, дальше идем, что у нас остались, чистота. Баньку мы тоже, может быть, баньку построим сегодня, но не знаю, посмотрим. Так, что случилось? Трое колонистов заявили вам, что придумали новый вид ловушек для охоты на кролика и сейчас хотят расставить их вокруг поселения. Сама ловушка будет вполне рабочей, но впускать охотников за пределы лагеря может быть довольно рискованно. Отпустите их. 14 мяса принесли, молодцы. Хорошие. Так, экологическая станция строительство завершено. Переместить активную рабочую зону. Сразу мы перемещаем их где-то вот сюда, чтобы они здесь работали, или вот сюда, например. Не, сюда сначала, потому что тут нам будет госпиталь будем строить. Пусть не отсюда все таскают. Один человек, блин, это плохо. Дайте нам людей, пожалуйста. Что ж такое? Следующее. А, я хотел построить гараж. Гараж. Школа. Гараж. Залезь туда, хоть гараж один. Например, раз. Ну, давайте два забубеним сюда, вот и все. Будет прямо на мусорной яме, пусть стоит. А сюда мы какие-то деревья посадим. А тут что-то можно еще забубить. Может, лестницу надо будет построить, еще мы можем построить. Кажется, по идее, должен взлезть. Влезть. Вот. Или нет. Нет, не влазит. Жопа ты, жопошная. Ну, ладно. Чем-нибудь тут там можем поставить. Там памятник или что-то вроде этого. А, кстати, насчет памятника. У нас может, получается, памятник построить? Это, например, памятник следопытам. Ну, можно, но... Посмотрим. Пока что это не столь важно. Сюда можно еще памятник забубенить. Тут можно памятник забубенить. Все, тут везде можно памятник забубенить. И тут места вот хватает. До пам... Вот, кстати, сюда и поставим. Так, мне сейчас надо узнать, как правильно его поставить. Вот сюда. Отлично. И сюда можно, знаешь, друзья, вот такие вот цветочки можем вбухать. Один. Ну и два. Плюс еще вот такой вот факела можно поставить сюда. Типа, чтобы было круто. Вот так. Отлично. Супер. Более мы уже начинаем обитать какую-то довольно-таки неплохую колонию, да? Уже тут строится, что-то все хорошо происходит, все у нас нормально. Пока что смертей нету, это радует, это всегда радует. Вот. Единственное, то, что это все это происходит, но это мелочи жизни. Так, производство у нас налажено, очищение у нас уже идет. Так, это у нас отключено. Но единственное, это сейчас, да, сейчас надо, блин, людей, надо людей. Сейчас, я думаю, может быть, доберемся мы, конечно, до домов, построим пару домов, чтобы у нас был естественный приплод, так как они в коммунальных жилищах, жилищах не размножаются, как полагается, да, и им нужно уединение. И вот построим мы парочку домов, чтобы чисто, типа, увеличить нашу популяцию людей, и чтобы не так зависеть от колонистов, которые могут к нам наведаться и попросить убежище. Так, хорошо. А, кстати, надо вот еще здесь почистить потом, когда там закончим, чтобы я мог сюда еще поле поставить. Или вот сюда можно еще поле поставить. Посмотрим. Ну, я хочу как-то вроде бы в одну колейку ставить все. Но явно здесь не сможем мы ничего поставить. Но здесь мы сделаем, может быть, не знаю, электрическую станцию или подстанцию, что-то вроде этого. Опа, хорошо. Да дайте, ну, 4 человека. Ну, ладно, это 4 взрослых, это хорошо. Это хоть, это радует. 4 взрослых, это неплохо. У нас же, получается, 5 работников есть, да? Так, проверяем мы это все дело здесь. Все нормально, ягоды уже уже все собрали, молодцы. Давай посмотрим, что еще здесь есть у нас. Вот так, увеличим, зажимаем Ctrl и колесиком крутим. Все, замечательно.
Хорошо, это радует. А, тут еще были ягоды. Так, чистота завершена. Управление гневом. Тут библиотека, да? Да. Арена. Управление гневом. И потом уже пойдем в дом. Вот то, что мы идем к этому. Да, даже пару домов всем еще построим, успеем это все сделать. У нас очков достаточно. А потом уже будем более-менее выравнивать наше дерево. Этих... Так что... А, у нас еще эти же готовы уже. Дерево исследований, так. Вот что хотел сказать. Тихо, хорошо. Так, ты, женщина, давай продолжай тут лазить. Ты тоже лазь здесь. Покажи, что у нас здесь вообще есть. Тут нихера у нас нету. Опаньки, здрасте, вот так как-то как агрессивно. Мы тебя подождем, пока что ты будешь, как только построить нам один гараж, ты пойдешь машину чинить. И тогда мы сможем уже как-то более бодро перемещаться по... Оу. А, ну да, нам надо сначала дать человечка вот этого. У нас же есть топливо, 73 топлива, алло. Ожидание... Ах, вот, смотри, что они добавили. Сейчас у нас начинается ожидание ресурсов. Раньше такого не было. Ну да ладно. Хорошо, принесут нам бенз. Принесут нам бенз, и это хорошо. Так, дальше, значит, иди сюда. Проверяй, что здесь есть. Может быть, еще какой-нибудь торговец найдется у нас. Не торговец, а поселение. А, так, женщина. Конденсатор? Сколько вот с конденсаторами? Что с конденсаторами? 59. Давай, собирай конденсаторы. Даденька, даденька, ты иди сюда. Ты еще продолжаешь ждать, пока у нас машину починит. Потому что здесь у нас машина есть. А, ну вот, да, вот десяточка, да, здесь десятый, 12, хэтчбэк. А у нас что, две машины уже притащил? Две машины, что ли, я не понял, алло, с каких пор? Ну ладно, допустим. У нас 7 человек? Это как? У нас кто-то вырос? У нас вроде бы дети есть, все. А кто не работает? Кто не работает вообще? Ну ладно, добавим, например, что у нас нужно больше? Давай металл. Бетон. Ну, все, кстати, можем по одному добавить сюда и сюда. Вот еще останется 4 носильщика. Будет все окей. Так, хорошо. Ладно. Работает, друзья, работает. Работаем, работаем, работаем. Так, дальше смотрим, что у нас есть. Все проверяем, проверяем, все окей, отлично, отлично, отлично. Так, сколько это будет? 18 часов еще. Потом еще один день и 6 часов. Развлечения, игровые автоматы. Но это уже в последнюю очередь. А, что у нас потом будет здесь? Память, дорожные работы, простые украшения. Ну, потом мы уже пойдем отсюда и уже выравнивать. И тогда уже посмотрим, как у нас получится здесь. Потому что скоро уже, по идее, должно быть новое обновление. По идее, они обновляются где-то 5-8 числа каждого месяца. Я считаю, что это слишком часто, блин. Я не успеваю сделать полностью прохождение по одной обнове. Тут уже выходит другая. И получается то, что я отстаю на пару серий. Ну, ну что ж поделать, друзья. Мы работаем, тем паче, тем всем странным вирусом, который сейчас происходит здесь. Тоже это не улучшает ситуацию, по большому счету. Вот. Так, специалисты готовы к работе. Давайте, специалисты, работайте, значит, раз вы готовы к работе. Так, ладно, ты ждешь. Почему нету топлива? Ожидание ресурсов. Почему ничего не приносит здесь? У нас есть топливо, 73 единицы. Ну ладно. Подождем. Может, что-то изменится. Так, у нас, подожди, у нас, получается, значит, родились какие-то детеныши, еще ты не въехал. 35 человек у нас было, и сейчас пришли 4. Значит, добавился кто-то? Ясно, хорошо, допустим. Так, надо еще ночью, друзья, надо сырье, надо будет волокно достать, потому что у нас получается сейчас дефицит какой-то маленький, у нас тут дофига пластика. К воротам колонии пришла опустившаяся женщина, она вся покрыта грязью. Заметным интересом вы наблюдаете за тем, как в колонии приближается женщина. Вся нижняя часть тела покрыта ровным слоем грязи, а за собой она оставляет бурый след. Простите, что беспокоила вас, не можете мне помочь? Моя машина застряла в грязи, если вы не умеете учить, я вас все благодарю. Помочь ей?
Вы решаете прийти на помощь, взять с собой несколько колонистов и идете с женщиной. Она действительно приводит к вас к машине, затягивающей в огромной луже. Здесь поставивший несколько человек. Крепили к автомобилю пару прочных тросов и начали его утягивать одновременно, но с этим пора взяли место у багажника, чтобы вытолкнуть автомобиль. Женщина села за руль и слегка придавила педаль газа, чтобы упростить им задачу. Однако, несмотря на все страдания, эти попытки ни к чему не приводят. Женщина выходит из машины и исключительно говорит, что же, видимо, приехали. А у вас найдется свободная кровать? Конечно, впустить ее. Вы говорите женщине, что с радостью примите ее, и она сразу облегчает, выдыхает. Спасибо, спасибо, мам, вообще я с ним не разочарую. Колонист плюс один. Радует у нас получилось. Вот смотрите, тоже такие вот генерирующиеся обстоятельства, которых раньше не было, они ввели, это очень радует. Он расширяет как-то монотонный приплод людей, да, то бишь там в плане того, что приходят какие-то определенные люди, да, там, с специалистами, без специалистов, тут может быть как вот постоянно какой-то вот нечаянный, нейтральный человек застрял в грязи, да, например, с кем не бывает, да, и все, машина рухнула, да, не рухнула, она просто сдохла, и все, писец, и ничего не сделаешь. И ты, например, такой берешь, хорошо, я хороший, у нас все колония, нам нужны работники, так что давайте. Вот, у нас еще один человечек вырос, отлично. Замечательно. Значит, друзья, что можем? Мы даже еще одно можем поле одно построить. Но, в первую очередь, мы, короче, сделаем то, что мы добавим парочку человек сюда, чтобы это все было довольно-таки быстренько. Так, управление гневом завершено. Итак, идем мы в комфортное жилье, друзья. Вот. То, что мы должны сегодня построить кровь из носу. Так, у нас обновились наши друзья. Так, тут такие тараканы. И, блин, не, зачем я же мог здесь открыть? Хорошо, ладно, черт с ним. Так, ты здесь, что у нас здесь получается? Тут как? Незначительная победа, пойдешь лупить их. Так, что здесь? Ты забираешь это. Дяденька, ты что у нас здесь? Ну ладно, собери это. Эта женщина до сих пор ждет автомобиля, я не знаю, как долго. Опа. Значит так, это мы убираем отсюда. Сюда мы ставим человечка, вот эта женщина. И сейчас машина чинится. Надеюсь, со временем принесут нам бензин сюда. Один источник, ядерные отходы, источник исчерпан. Так, осталось сколько у нас? Тут 31. Значит, друзья, даже... Значит, сделаем по-другому. Мы сейчас переместим рабочую зону. Переместить рабочую зону... Скажем, вот сюда. Вот так. Тут как раз еще две кучки. Нормально уйдет это все. Торговый караван прибыл. Так что у нас появились новые семена, да, по идее? Да, у нас лен, пшеница, арахис и... Соевые бобы. У нас есть что? У нас есть картошка. У нас есть кукуруза. У нас есть статус. Большое поле. Чё? Арахис. Что? А, ну арахис, да. И... Подсолнухи. Текс. Хорошо. Кстати говоря, давайте заценим, куда мы могли бы еще забубенить большое поле. Можем сюда, конечно, его поставить. Вдоль дороги. У нас там проведем дорогу. Да, так и поступим, друзья. Смотрите, вот так делаем. Раз. Два. Три. Здесь мы берем такую вот тему. Делаем дорогу. И сможем построить сейчас дома. Пару домов сюда. Потому что иначе, здесь, видите, у нас неплодородная земля. Мы не сможем ее использовать в любом случае. Так, здесь получается у нас активно администрирование. Все, приоритеты хорошо. Пусть работает. Мы потом еще добавим сюда. Еще сюда добавим парочку полей. Я хочу тебе просто как-то держать все в одном месте. Сюда мы еще добавим какие-то еще кухню, столовую. Что-то вроде этого. И так далее и тому подобное. Так, сюда мы вот везем человечка опять. Там уже все починено. Странно, что не было большого взрыва, как обычно, да, то, что машины починили, там заводится просто со стартера, да, такой друн-друн, просто такой звук мощный. Вот, сейчас этого нету. Ну и черт с ним. Хорошо, ладно. Итак, что у нас здесь получается? У нас дрова у нас есть, тут они работают, все хорошо, все замечательно. Мы можем, нужно начать торговать радиоактивными отходами, это тоже неплохо. Кому-то, может быть, они понадобятся. Для чего-то. Так, сюда мы убираем человек. А, хорошо, смотрите, друзья. Мы можем даже вот так делать. Сейчас у нас кукуруза, так, бобы. Соевые бобы высаживаем.
Сейчас она... Потому что у нас будет... Эти люди будут постоянно следить за этим делом, да? Потому что, видите, у нас крутится. Как появится свободный человек, сразу же начнет он заниматься этим делом. И это довольно-таки удобная штука. Потому что я думал, что это не это убрали, и я думал, ну, зря. А тут, видишь, нет, друзья, все хорошо, все нормально, отлично. Все работает, и они этим занимаются, не удалили это дело. Это радует. Так, у нас есть свои бобы. Сейчас мы построим, посадим, что сюда можем посадить ему на свои бобы? Пшеницу. Пшеницу можем посадить, да? Давайте посадим пшеницу, остается капуста и... Капуста остается у нас, и лен. Капуста. Это не скоро, надеюсь, уберут, и мы тогда поставим еще одно поле сюда. Ну, с едой у нас все нормально уже. А, все-таки есть этот звук, да, еще, потому что раньше его не было. Ну, он сейчас не такой, как говорится, акцентированный, да, что он не так громко это все происходит. Так, бензин. Бей. Надо будет парочку батлов будет. Так, тут все уже проверено. Дрова тоже неплохо. Ты, женщина, едешь на машине тусоваться, создать команду. И ты едешь, знаешь, куда, подруга, блин, едешь, знаешь, куда, вот сюда. Вот сюда едь. Комфортное жилье изучено. Итак, строим комфортное жилье. Парочку домов построим. Дом. Например, вот сюда один, ну и вот сюда один, да. Два домика построим, нам пока что будет достаточно. Хорошо. Так, сюда мы сейчас садим, там у нас есть, что у нас здесь есть? Тут у нас есть пшеница, тут есть у нас соевые бобы, а сюда мы посадим, значит, друзья? Капусту? Ой, капуста. Капуста, да? Давайте капусту, да? Да, капусту посадим, капусту. А здесь будет у нас лен. Перейти к карте мира уже что? Уже так быстро? Заапгрейдили нормально, неплохо. Так, тут будет, наверное, скорее всего, у нас очки и исследования, я надеюсь, потому что это high-end строение. Нет, тут это инструменты. Так, что вы нам дадите, барыги? Антибиотики, неплохо. Проверяю здесь. Вот тут у нас исследования. Здесь что? Отлично. Но ты продолжай свое путешествие сюда. Выйди. Ага. И проверяй, что у нас здесь. Окей, конденсатор, хорошо. Пусть будет, допустим. Текст, тут у нас осталось 7.33, хорошо. Лен у нас пока что, ну, все, пока что нормально будет. Мы переживем, и не страшно. Так, хорошо. Ладно, так, домик строится. У нас домик строится, это радуется, это радует, это радует. А, кстати, давайте это уже сравнивать, выравнивать, да, наши дела здесь, которые у нас получается. Память, простые украшения, дорожные работы. Я хочу тоже на работу память тоже надо построить, чтобы более-менее радостные наши люди были. Вот. Так, что такие единички. Хорошо, у нас все пока что все нормально, все происходит, все отлично, все работает. Надо, следующее, что надо делать с водой. Извиняюсь, друзья. Молись, ребятишки тут расшалели у меня. Так, хорошо, ладно, на чем мы остались? Ядерные отходы и убраны. Дом завершено. Отлично. Ну и вот тут начнутся детишки. У нас начнется уже приплод. Да, нам надо подождать, конечно, они пока не выучатся, пока не вырастут. Да, но это будет, так как у нас есть школа, это будет происходить довольно-таки ускоренным темпе, так что это не страшно. Так, что у нас здесь получается? 29, да? Хорошо. Вот, так что, друзья... На сегодня программу минимум мы выполнили, мы построили промышленную добычу, мы построили пару ферм, мы построили экологическую станцию, довольно-таки неплохо, сейчас мы развиваемся, да, сейчас построить дома, пока, чтобы более-менее как-то не зависеть уже от прихода
наших каких-то гостей. Вот. В следующей серии мы будем заниматься уже улучшением самой здравоохранительной системы и плюс пищеблока. Ну и посмотрим, что получится. Там баньку построим и так далее и тому подобное. То, что ввели в это обновление. Плюс еще насчет электричества надо напрячься. Да? Там, может быть, я что-нибудь уже построю в офлайне. Ну, я уже вам потом расскажу, что мы построили и что мы вообще сделали. Так что, друзья, если есть какие-то вопросики или советики, не стесняйтесь, оставляйте комментарии под этим видео, обязательно прочту, отвечу, не пропущу мимо глаз, как говорится. Вот. И если вам, конечно, понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать новые оповещения о новых видео, да. А на сегодня, друзья, с вами прощаюсь, всего вам доброго и пока-пока.